1907 А19 Это по наводке какой? Они могут такое, то и позвонили, что мы едем. Да. А? Да. Ну да. Это поэтому, они по машине. А тут уже без меня никак они не поймутся. Они считают свидетелей Иеговы там едут. Ну натравили, как они. А дальше уже проще. Они сказали, примерно в этом направлении поехали в Полтавку. Тут-то рядом. Я деньги спрятал, у меня на под подошвой в сапогах находится. Всем правилам. Сережа, выходи вместе с ним и снимай на видео и на это. Надел бы ты напарник на него. Да пусть он в машине сидит. Документы наши нет. Секунду, они у нас. Да? Говорите русский. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел полиции Полтавской, уполномоченный Изюминка, моя фамилия. Что везете? Перевозите что? Вот у нас начальник. Предметы запрещенные есть в гражданском обороте? Нет. Наркотики, взрывчатые вещества, запрещенная литература, боеприпасы, оружие. Нет, нет, еще этого нет. А что у вас? Литература. Какая литература? Религиозная. Нужно посмотреть где-то стать за столом или положить на что-то, чтобы открыть его. Пойдемте в здание РУВД. Пойдемте. Так, пройдем сюда. Так-то не оставляй меня, закрой. На камеру снимаю. Будем мать. Максим, водителя пригласить? Да, водителя с документами на автомобиль. Там пусть закроет все. Откуда вы сами? Съемка в режимном кабинете запрещена. Режим. Пойдем. Все, брат.